Всем привет! Сегодня попробую сделать небольшой плашкодержатель для 12 и для 10 плашки. В общем, ну вот этими я пользуюсь. Пока для них сделаю основные. Ну а так вроде все. Поехали! Так, сейчас вот с этой трубы, труба 57, толщина стенки 6 мм. Отрежу кусочек 15 миллиметров. Ну и дальше придется ее тут отрезать и, короче, диаметр меньше делать. Так, вот отрезал такой кусочек трубы. Труба 57. Так, толщина стенки у него 6 миллиметров. Так, в итоге вот так вот получилось пока. Так, снял здесь фаски, чтобы проварить их. В общем, так вот. Сейчас в тисках зажму, прихвачу. И дальше будем делать. Вот такое получилось колечко. Внутри вот тут вот не стал проваривать шов, чтобы не стачивать. В общем. Так, теперь сейчас внутри чуть-чуть почищу. Потом сюда сделаю заглушку такую. Ну, шайбочку вырежу и приварю по кругу. Так, сейчас сюда вырежу строечки. В общем, шайбочку такую, чтобы обварить. Снял фасочку. Так, вот так вот обварил. Теперь все зачистить надо. Так, в итоге вот что пока получилось. Чуть-чуть срезал, тут 3 миллиметра. В итоге стало 16 миллиметров. Это плашка-держатель. В общем, это 12-я плашка. Так будет вставляться. Сейчас буду здесь отверстие сверлить, чтобы крепить. Так, а для 10-й вот тоже из такой трубки выточил, в общем, тоже подрезал. Ну и вот так вот она будет вставляться вот сюда вот. Вот таким вот образом. А сама плашка будет вставляться вот сюда. Также на винтики. В общем. Так, сейчас здесь сделаю отверстие. И тут размечу вот эти. Вот так вот. И тоже буду сверлить отверстие. Так, теперь нарежу резьбу на 6. Так, сделаю такие вот винтики на 6. Чуть закруглил. В общем, вот так вот они будут вставляться. Сейчас
Сейчас сделаю отверстие на 16. И все. Так, в общем, вот такая получается пока. Теперь надо сделать ручки. Ручки буду делать с 12 кругляка. С простого. Ручки буду крепить. Вот этот 16 кругляк. В общем, вот так вот сюда приварю его. Точнее, не сюда, а вот сюда. Сюда приварю и сюда приварю. Для начала, прежде чем варить, сейчас просверлю отверстие, нарежу резьбу на 12. А на этих шпильках тоже резьбу, там 1.5 сантиметра, нарежу. И, в общем, вот так вот будет. Так. Вот так вот. Так, в общем, приварил я втулочки, все зачистил, считай, плашка сама, плашкодержатель сам готов, осталось сделать ручки, буду вот на этом дорабатывать, на шкурках вот этих вот, 150-я, 240-я, 600-я, вот эту часть доработаю. Так, вот эту часть хочу попробовать закалить. Ну, в масле, наверное. Я в этом деле не эксперт. Просто думаю закалить и все. Не знаю, как правильно. Так что посмотрим, что выйдет. Так, вот заполировал ручки чуть-чуть. Теперь считай, плашка держатель почти готов. Осталось вот это закалить, попробовать, что получится. И все, в принципе. Вот такие вот ручки. Сейчас плашкодержатель попробую закалить. Нагрею в своем горне и закалю маслом. Ну, здесь болт поставил, чтобы удобно было держать. Принес плашкодержатель. Вот так вот в итоге закалил в масле просто. Это для 12 плашки вставляться будет вот так. Потом это отдельно кольцо вставляется. И 10-ю плашечку ставим вот так. Легко все вставляется, крепится. Сейчас соберем ручки.
собрали ручки. Сейчас 10-й плашку сначала попробуем поработать, потом 12-й. Винтики, которые будут фиксировать. Так, винтики вот такие, под шестигранник. 6 на 20 были, я их чуть-чуть подрезал, чтобы не торчали сильно. Ну и вот такой вот итог. Сейчас ставим. Вот такой вот итог, вот такая плашечка, плашка-держатель, точнее. Сейчас будем пробовать, что в итоге получилось. Ну, я думаю, получилось довольно хорошо. Это 10-й кругляк простой, это 12-й. Сначала 10-м, сейчас, так, сейчас маслицем смажем. И попробуем нарезать. Снял. Теперь ставим плашечку 12. Сейчас попробуем просто от руки закрутить. И нарезать. Думаю, тоже получится. Не буду ключом затягивать, просто так от руки. Посмотрим, что получится. Все, маслица. Вот такой вот в итоге получился плашкодержатель. На мой взгляд, хороший плашкодержатель. Делал его подручным инструментом. Ничего замороченного. Простая труба, пару этих. В общем, вот такой вот плашкодержатель. Ну, на мой взгляд, хороший. Конечно, кто-то сейчас скажет, проще купить. Конечно же, проще купить. Вообще, все вещи проще купить, чем делать самому. Ну, я делаю все сам и вам показываю, как можно сделать в домашних условиях доступным инструментом. Ну, а так вроде бы все. Кому понравилось, обязательно палец вверх. Подписываемся на мой канал обязательно. Будет интересно. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.